А теперь лайфхак года. Когда креветок на всех не хватает, сделайте своей семье оливье. Себе салат с креветкой. Я, конечно, шучу, просто креветки, кроме меня, особо никто не ест. Ну, муж бы такое съел, бы он доелся оливье и уехал. Мы ему не скажем. Вот, значит, у нас похолодало. Я, кстати, сегодня довольно-таки много бегала с дочерью, и я прям почувствовала, что я хочу чего-то такого прям посытнее. Поэтому салат с креветками, со стречателлой, с орехами, с оливковым маслом, с авокадо. Тут прям, знаете, так много жира, и этот жир мне сейчас в итоге даст энергию. И энергии даст действительно много. Поэтому пробуем с вами и пишем, вообще нужен нам такой рецепт или не нужен. И вот здесь заключается плюс в переходе на здоровое питание. Как вы видите, я, в принципе, там 99% сейчас питаюсь так. И когда я сейчас подустала немножечко, да, и захотела есть, я не схватила бутерброд с колбасой. Нет. Я себе сделала по-настоящему здоровый такой жирный салат. Вот уже сейчас, съев ложечку, я уже понимаю, что я сделала правильный выбор, мой организм это прям хочет, и после этого мне будет действительно очень-очень хорошо. Чем заменить стречателлу? Вы можете легко ее заменить обычным сыром. Натрите сюда побольше сыра, допустим, свали или ламбер. Единственное, что надо довольно-таки много. Не просто присыпать, а прям, чтобы он был, знаете, ну вот в моем отношении, что вот мне сейчас хочется прям жира, такой вот пищи поплотнее, да, чтобы не просто этот салат был, а прям поплотнее. Поэтому сыра не жалейте. Ну что?